Незабываемая, умопомрачительная, сногсшибательная, аналитическая, веселая, смешная, динамичная, захватывающая, интригующая, таинственная, невероятная, сверхъестественная, хорошая, крутая, сахарная, да когда там, пиратская аналитика, DC против Ньюби, пятая карта, ESL. Welcome to the final, карта номер 5. Digital Chaos против Ньюби будут решать, кто же бабки заберет, станет королем игры. Если хочешь аналитику, смотри Empire TV. Empire, welcome to Empire. Че вырубили-то? По поводу пика можно сказать, что у Ньюби большие проблемы, потому что Луну сейвить против Лайстилера абсолютно нечего. У них есть шанс выиграть в этой игре, но для этого им нужно перефармить очень сильно соперника. А как это сделать без эскейпа против Лайфстиллера и Кентавра, я не представляю. Я провел эксперимент, что будет с Луной при равном фарме Луны и Лайфстиллера за один стан Кентавра. Если у них у обоих будет по 6 тысяч на творца, то Луна после стана выйдет где-то с 200 хп и все равно не выживет под замедлением. Чтобы вы понимали, у Резоля на 13 минуте в этой игре было 6 тысяч на творца. Затем я сделал 10 тысяч на творца, и в принципе Луна пережила стан, даже могла форстафнуться после этого стана, но нужно понимать, что у Кентавра есть стампит и еще может просто какой-то скилл залететь, она все равно бы не выжила. Под конец я им выдал 15 тысяч на творца, Луны, Мантастайл, Форстаф, все, чтобы убежать, то она даже из стана выйти не успела, она просто умерла. Поэтому я считаю, пик Ньюби намного хуже, чем у DC, и им очень тяжело будет выиграть эту игру. Сейчас, погоди, я листик переверну. И на 7-й минуте у Ньюби уже начали рушиться планы. Лайстиллер делает телепорт, ловит Луну, ей ничем нельзя помочь, она просто умирает. Затем на 9-й минуте Луна стоит на хайграунде, ждет, пока ШД начнет подниматься, чтобы ультануть. Но она не ожидала, что там стоял вард, и что не она ловит, а ее. Опа. Она думала, что она охотится на добычу, даже не подозревая, что добыча она сама. Ну давай, заходи ко мне на ХГ, поднимайся! Говорит Резолюшн, как слышно, у меня хоста на ботруне. Ты что, думаешь, ты самый крутой, что ли? Да вот и не так. Поднимайся давай, проверим, кто из нас крутой умник. Ну давай проверим. Давай! 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 Ну так давай! Опа! А как ты планируешь выживать в этой игре? Тебя же даже нечем сейвить! Я что-нибудь придумаю, мне это не впервой. Я этого Резоля на скилле раскатаю. Не лезь туда, дебил! Тебя Гуля сожрет, ты же без эскейпа! Без эскейпа... Смотрите в кинотеатрах с 32 февраля фильм «Без эскейпа». Потом она 2 минуты просто бегала, убила где-то около 5 грибов. На 12 минуте ее Резоль все равно поймал, но на этот раз убивать не стал, потому что ему стало ее просто жаль. На 17-й минуте происходит лютая заруба, Ньюби ее в салат проигрывает, и тут миллион причин. Например, у Санкинга не было даггера, он ультанул в молоко, темпларку отделили от команды и избили вдвоем. У Найкса было больше итемов, чем у Луны. Вернее, у Луны вообще не было итемов, у нее был доминатор Аквила, с этим драться невозможно. И в конце концов, там драться не за что было, там даже тавр не стоял. По мне, так это была огромнейшая ошибка завязывать там драку. И знаете что? Через 3 минуты они опять на том же месте начали махаться. В этом замесе у Лайстиллера 10 тысяч на творца, у Луны 7 тысяч. И помните, я вначале вам проводил эксперимент, когда у них был равный фарм, Луна все равно умирала. А теперь представьте, что с ней будет в этом замесе. Ладно, я сам скажу. Он убил двух саппортов и без скиллов прям в ульту Луны зашел и убил...
Потом на 22-й ее опять убили, там, потом героев что-то поубивали, Рошана забрали, ну и пошли на ХГ. Ща под припев. Ньюби сидели на хайграунде минут 5, поняли, что они вообще нигде не могут фармить, со временем бы DC от них просто оторвались, поэтому они пошли all-in. Нажали смоки, умерли, ГГВП.